за окном. Просто никак не можем понять, как открыть окна. Посмотрите. Коридор из высоток. Такие домины огромные. С этого окна вот такие. Чуть-чуть там правее уже башни Петронас. 25 этаж, конечно, это мега круто. Окна такие грязные. И внизу вот стройка. Еще какого. Мы пришли на завтрак. Можно позавтракать возле бассейна здесь. Мила счастлива, она увидела бассейн. Вот с такими видами у нас. А вот башенки. Одна видна. Мы вышли на прогулку. Это очень красиво. Посмотри, вообще дома. Мы после деревни Вилегамы чувствуем здесь себя немножко дикарями. Я не могу. У меня просто не сходит улыбка и какой-то восторг от этого всего. Это торговый центр здесь. Все, бутики разные, всевозможные. О, я не могу. Я понимаю Милу, 3 месяца ребенок жил в деревне, без развлечений. Посмотрите, как ее таращит. Она даже не знает, куда ей вначале бежать. Везде хочет, и туда, и сюда. Тут бассейн. Башенки, башенки. Теперь Мила на качеле. Вот, оказывается, наш отельчик. Вот он. Мы живем на 25-м, на самом верхнем этаже. Посмотрите на эти здания. Интересно, сколько вообще там этажей? Мила нашла себе уже друга, Марка, из России. Посмотрите, какая огромная площадка. Огромная просто. Мы там, вот там еще вообще не были, вон там. Вот это все-все-все парк. Детские развлечения. Мы вышли на вечернюю прогулку. Каждый дом выше другого. Мне нравится, когда вот так на домах пальмочки растут. Блин, какое все высокое. Что-то невероятное. Пришли в какой-то прикольный район. Тут Букит-Бинтан район, да. Вот такие домики. Тут живут местные. Вот смотрите. Мила, послушай. Такие контрасты. Такие маленькие, 3 этажа, все завешено бельем, стиркой, и тут сразу же какой-то отель Исланд. Здесь наша цель — вот эта башня телевизионная. Мы не хотим подниматься на Петронас, и поднимемся на нее. Говорят оттуда, что лучше оттуда вид. Ну и небоскребы продолжаются. Сложилось впечатление, что Куала-Лумпур самый зеленый, такой микс зелени и небоскребов. Очень комфортно гулять, потому что есть и не очень, не так жарко. В общем, мы пока очень довольны. Вход на башню стоит 105 рупий, тут тоже. Рингиты, 105 рингит, это 27 долларов с человека, ребенку вроде бы бесплатно, ну, Мила бесплатно идет.
Ну вот так, посмотрим. Мы приехали. Очень красиво. Плохо, конечно, видно через камеру.